Памятник великому русскому флотоводцу адмиралу Василию Чичагову открыли на его родине, в местечке Старого под Костромой. Это поистине народный мемориал. Его установку инициировали несколько ярославских и костромских активистов. Они же нашли спонсоров. Работы длились около 3 лет. Василий Чичагов происходил из старинного дворянского рода. Учился сначала в школе навигацких наук, затем в Великобритании на Королевском флоте. Во время русско-турецкой войны он командовал одним из отрядов Донской флотилии, которая обороняла Керченский пролив, после чего и получил звание адмирала. Памятник адмиралу Чичагову поставлен в год юбилейной даты – 225-летия знаменитого Выборгского сражения со шведами. На открытии присутствовали жители окрестных деревень, костромичи и ярославцы, те, кто своим трудом и финансами помог в установке памятного знака. Несколько человек нас, кто постоянно этим занимался, это костромские по роду и ярославские ребята. А на самом деле принимало участие более 50 человек. Работой, материалами. 4 организации из Ярославля и 7 организаций из Костромы. И общими вот усилиями создали знак, ну, на мой взгляд, очень такой хороший, красивый знак получился.